Застройщик говорит, спокойный район, тихие соседи. Но соседи, как видите, действительно тихие. Ну и райончик, правда, спокойный. Братарь. Интересно, что она скажет, если... Эй, Сири! Заказала вам на адрес 100 дилдо и 10 дисков с гей-порно и оплатила с вашей карты. I think we're gonna get on girls getting hurt. Суть спора в чем? Если я выливаю на Эдемира 2 стакана воды, я даю ему 5000 рублей. Прям в одежде. Согласен? Да. Да, переодеться потом? Да. Давай. Может, в ковш выйдет, выйдет. Сейчас, подожди. Только, блядь, машинку не сломай. Ну, Лёш, обязательно так было как делать? Удобнее. Если я выливаю 2 стакана воды у тебя, даю 5000 рублей. Без проблем, не похуй, давай. Суть спора была, если... Ты чё, охуел?